Друзья, здравствуйте, с вами Настя, вы смотрите Конаково онлайн. Недавно мы рассказывали об особой экономической зоне в Завидово. Географическое положение и природные ресурсы которой притягивают на территорию района крупных инвесторов, которые развивают индустрию отдыха и туризма нашего края. Вообще туризм играет важную роль в решении социально-экономических задач, обеспечивая рост занятости и благосостояния населения. И думаю, вы согласитесь, что его развитие на нашей территории нельзя недооценивать. Весьма перспективным для нашего района является MICE-туризм, который включает в себя 4 вида делового туризма. Это деловые встречи, поощрительные туры для сотрудников, партнеров и клиентов организаций, конференции, выставки. Примером MICE-туризма на нашей земле является тур «Слет», посвященный юбилею ГК «Восток-сервис», который проходил в период с 29 по 31 июля на Конаковской земле и стал отличным фундаментом для формирования будущего инвестиционного и туристического потока в Конаковский район. Владислав, чем занимается ваша компания? Вы знаете, наша компания – компания номер один в сфере охраны труда. Мы занимаемся обеспечением средствами индивидуальной защиты предприятий, наших российских предприятий. Как вы знаете, что в этом году нам 30 лет, и за эти 30 лет, ну, действительно был сделан очень большой шаг в развитии собственной производственной базы. Например, вот в Тверской области представлены не только с бытовое подразделение в Твери, «Восток-сервис Тверь», генеральным директором которого я являюсь, но и в Торжке есть торжевская обувная фабрика. Это самая крупная фабрика по производству рабочей обуви в России. Почему в этом году пал выбор на Конаковский район для проведения туристического слета? Вы знаете, наверное, от логистики. Дело в том, что наша компания, она действительно огромная. И в каждом регионе нашей страны есть представительство, филиал, либо какое-то производственное подразделение. Поэтому, наверное, удобнее с точки зрения логистики провести мероприятие, наверное, недалеко от Москвы, от аэропорта, допустим. Как часто вы проводите такие мероприятия для сотрудников и почему именно в таком формате, вот в палаточном формате, на природе? Вы знаете, у нас много мероприятий, которые мы проводим, но в юбилейные года мы проводим масштабно. Крайний раз это было 10 лет назад в Челябинской области подобный турслет. А так в течение года мы проводим совещания, проводим спортивные мероприятия каждый год. Ну, в основном в Москве, либо где-то в филиалах, представительствах. Так что на такого масштаба раз в 10 лет. И как вам наша земля Конаковская? Какие впечатления? Ну, замечательно, замечательно. Погода не подвела, настрой замечательный, настроение хорошее и, в принципе, все здорово. Спасибо организаторам вот этого праздника. Изначально данное мероприятие должно было состояться на Дуниной горе, невероятно красивом и колоритном месте нашего района, куда любят приезжать туристы с палатками, после которых, к сожалению, колорит и красота местами пропадают под горами мусора. Организаторы туристического слета для компании «Восток-сервис» предложили убрать эту территорию до проведения мероприятия, а также после. К организации здесь вообще относятся очень серьезно. Конечно же, масштабные мероприятия организовывает большая, крупная компания, в том числе и, самое главное, команда. Мы подходим к разным мелочам, начиная от обработки полей, продумывания туалетов, биотуалетов, полной инфраструктуры. То есть наша задача сделать экосистему, которая будет функционировать самостоятельно при таком количестве людей, при таком масштабном мероприятии. То есть все, что здесь вот находится, вы привезли сюда, да? Здесь поле было, правильно? Все верно. Здесь было голое поле, мы полностью застроили инфраструктуру, и также после мероприятия мы ее полностью зачищаем, вплоть до бычков, мусора, все это утилизируется, мы за эко. Согласно кадастровой карте, Дунина гора находится в ведении администрации Конаковского района и Вахонинского сельского поселения. Министерство туризма Тверской области, а также администрация Конаковского района поддержали проведение турслета. Однако администрация Вахонина дала отказ на проведение мероприятия. Также в процессе согласования документов в сети интернет появилась информация, что в период с 29 по 31 июля на Дуниной горе будет проходить фестиваль «Корона Рок Фест», а не семейный туристический слет. Данная информация вызвала негодование у местных жителей, после чего были собраны подписи, и в адрес губернатора Тверской области было направлено письмо с просьбой защитить Дунину гору от рокеров. Кто был автором этой недостоверной информации и по каким причинам администрация Вахонина
Украина отказалась принимать турслет, ответы на эти вопросы мы не смогли получить у главы Вахонина ни в устной, ни в письменной форме. В результате турслет прошел в Ольгино. Юрий Ефимович Шеляпин нашел площадку, на которой смог разместить около 2000 человек. Здравствуйте, откуда вы приехали и нравится ли вам здесь, на Конаковской земле? Мы приехали из Республики Беларусь, город Минск, как приглашенные гости. Отличная атмосфера, отличные шатры, разная культура, разные города, все прям вот так вот. Все очень приветливое, очень красиво все организовано, все стильно, все очень-очень приветливое. Каждый шатер, своя культура, приглашают, но очень приятно, очень хорошо. Вот, можете посмотреть по оператору, если сделать общий план, видно, какие колориты, какие разные люди приехали, все очень красиво, просто... Здравствуйте, мы из Челябинска, очень весело здесь, все шатры очень интересные, везде принимают очень радушно, очень приятно здесь быть снова, мы были в Челябинске в прошлый раз, в этот раз тоже очень интересно и весело. Вообще очень нравится здесь, мероприятие организовано очень хорошо, действительно радушный прием на земле Твери. Вот, спасибо большое. Мы приехали из Омска, из центра Сибири, и нам очень нравится отдыхать на Конаковской земле. Она встретила нас весело, интересно. И это уникальный сбор, где собралась вся Россия. Вся Россия на одной земле. Здесь очень нравится, очень дружелюбно, солнечно, весело. Да, действительно, мероприятие очень классное, масштабное. На самом деле масштаб просто поражает своими горизонтами, да, которые не охватить. И очень круто, что в нашей компании есть такое количество городов, которые так активно презентовали свои шатры. Ну, на самом деле, дорогого стоит. Получается, что за один день ты объехал полстраны. Полстраны, познакомился с уникальными кухнями, людьми, традициями. Это же не везде такое. Скажите, а как вы думаете, вне турслета, вот вы захотите вернуться сюда, на Конаковскую землю, чтобы еще больше исследовать район сам? Ну, именно в этот район я с удовольствием. Угу. С удовольствием и с большим. Очень красиво. Леса, даже поля. Когда едешь, вот тут такие, да, леса красиво. Хотя у нас в Беларуси тоже не хуже леса, но природа красивая. Вернемся обязательно. Спасибо за это приглашение. Нет турслета, да, приедем просто поехать по Тверской области. Здесь погулять, да. Ну, обязательно, конечно, будем проездом, обязательно попутешествуем здесь. Спасибо большое. Друзья, все мы хотим жить благоустроенным и наполненным яркими событиями края. Такие мероприятия знакомят людей с традициями, достопримечательностями и красотой нашего района и, очевидно, способствуют притоку туристов и инвестиций на нашу территорию. Приятные впечатления лучше любой рекламы. Если человеку понравилось у нас, то тогда он обязательно сюда вернется и, возможно, не только отдыхать, но жить и работать. Пишите в комментариях, как стоит привлекать туристов на нашу территорию для пользы района. С вами была Настя. Подписывайтесь на Конаково онлайн. Всем пока!